для каждого. Польза для всех. Всем привет, мои хорошие! С вами снова я, Алия, и мое авторское кулинарное шоу «Легкие рецепты вкусной жизни» от Алии Урман. Генеральным спонсором нашей программы является Евразиан Фудс Корпорейшн с торговыми марками «Три желания», «Золотые горы» и «Шедевр». А творить волшебство мы, как всегда, будем на самой красивой, уютной и благородной кухне с Ковалини от Серджио Интериорс. Вы помните, как в фильме «Девчата» Тося рассказывала, как много можно приготовить из одной только картошки? Я очень люблю картофель, и поэтому сегодня предлагаю вам рецепт картофельных драников с курицей и сыром. Вы такие точно не пробовали, и они вам однозначно понравятся. Начнем? Итак, для начала нам нужно будет обжарить курицу. Для этого мы порежем, как всегда, лук мелко. Пока поставлю разогревать сковородочку с маслом. Сковородки у нас, как всегда, от Казанова, антипригарные, мои любимые. Мое любимое масло «Шедевр». Вы знаете, оно богато витамином Е и содержит жиры, которые так необходимы нашему организму. А самое главное, оно без вкуса и запаха. Добавим лучок. Обжариваем его до золотистого цвета. Со сковородой Казанова лук у вас никогда не сгорит, а приобретет красивый золотистый оттенок, поверьте мне. Теперь порежем курицу. Курицу мы порежем на кубики. Вы знаете, мы недавно вернулись из Куала-Лумпура. Так вот, если наши люди не признают еду без красного мяса, то там повсюду курица. Курицу подают под разными соусами так, что вы можете есть ее каждый день, и она вам никогда не надоест. Очень вкусно. Курицу там очень любят. Мне, кстати, говорили, сколько в день в Малайзии поглощают этой курицы, но, видимо, из-за своей беременности и теперь уже плохой памяти. Я забыла, но просто какое-то огромное, нереально большое количество курицы съедают они в день. Знаете, можно, в принципе, заменить курицу фаршем, если вы хотите. Но я думаю, что сейчас, пока еще тепло, хочется каких-то таких более легких блюд, простых, поэтому курочка идеально подойдет для драников. Так, все, лучок у нас обжарился, добавляем курицу. Перемешиваем и обжариваем до готовности. Обжарили немного, курица уже приобрела такой у нас белый оттенок. Сейчас мы ее посолим, перцем приправим. Вы, наверное, заметили, что я не использую обычно много разных там приправ. А в Малайзии, кстати, очень любят карри. Там очень много приправ используют на самом деле. Но мне кажется, ну, иногда в охотку можно, но так, чтобы постоянно. Особенно детки не любят этого. Теперь, пока у нас курица обжаривается, натрем сыр. Сыра, ну, можно натереть на крупной терке, примерно 100 грамм, но если вы любите больше, можете добавить больше. Наверное, многие слышали, что во время беременности некоторые сорта сыра не рекомендуют употреблять в пищу из-за опасности листериоза. Так вот, эта бактерия, она живет в непастеризованном молоке и в мягких сортах. А что касается твердых сортов, то их есть можно и даже нужно. Поэтому вы знаете, что сыр очень богат содержанием кальция. Поэтому чем больше вы будете его есть, тем лучше. Ну, конечно, все в умеренных количествах должно быть, в меру. Картофель тоже натираем на крупной терке. Ну, терка. Наверное, это
самое длительное действие в этом рецепте. Натереть картофель. Но лучше оставить его на самый конец, чтобы картофель не почернел. Картофель натерли. Нужно отжать лишнюю влагу. Влаги будет, скорее всего, много. Поэтому хорошенечко нужно его отжать. Добавляем 2 яйца. И 2 столовые ложки муки. Здесь у меня уже готово. Все это просто перемешиваем при помощи вилочки обычной. И, конечно же, нужно посолить картофельное тесто и по желанию приправить перцем. Перчик. Знаете, вы можете добавить сюда еще немножечко сыра. Но опять же, смотрите, как вам больше нравится. Это не обязательно. Но я, наверное, все-таки добавлю. У нас тут сыр тем более уже есть. Совсем немножечко. И перемешиваем. Она у нас еще теплая. Вы заметили, да, я использую ту же сковородку, чтобы не марать лишнюю посуду. И, конечно же, мое любимое масло «Шедевр». Сковорода у нас от Казанова, антипригарная. И именно в данном рецепте это очень важно. Сейчас вы поймете, почему. Еще раз перемешаем хорошо тесто. И будем выкладывать тесто на хорошо разогретую сковороду. Выкладываем. Тонким слоем. Иначе вам придется очень долго обжаривать тесто, чтобы оно не получилось сырым и не подгорело. Поэтому, девочки, выкладывайте тонким слоем. Вот так вот. Равномерно нужно распределить тесто. Чтобы приготовить вкусный обед, не обязательно быть профессионалом. Все вкусное просто. Необходимы только свежие, натуральные и качественные продукты. Майонез «Три желания» сочетает в себе все 3 качества. И самый простой рецепт становится кулинарным шедевром. Майонез «Три желания». Все вкусное просто. Может, побриться? Встречайте «Три желания» в новой упаковке. Драники готовы. Здесь специально уже подготовила подставку для горячего. Выложим. Осталось их красиво подать. И последний штрих украсим тимьяном от Гринэко. Ну разве не красиво, скажите? А как это вкусно! Ваши родные и близкие будут вам очень благодарны и, я уверена, попросят сделать еще и еще. А я хочу поблагодарить нашего генерального партнера Евразиан Фудс Корпорейшн с торговыми марками «Шедевр», «Три желания» и «Золотые горы». С вами была я, Алия Урман. Подписывайтесь на наши странички, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем пока! Кетчуп «Три желания». Томаты, томаты и только томаты.